Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как сделать запись видео с экрана мобильного телефона или планшета. Как вы уже, наверное, догадались, для этого понадобится специальная программа. В данном случае я использую программу AZ Screen Recorder. Вот она. Итак, как же она работает? Открывая программу, у вас появится в ленте вот такой вот виджет, да, где будет возможность сделать скриншот экрана и, собственно, запись видео с экрана. Также сбоку у вас появится маленький ярлычок, вот красная камера в кружочке. Сейчас этого значка нет, так как видео уже идет. Вот. Начинаете запись, через 3 секунды у вас пойдет, собственно, запись. 3 секунды на подготовку, чтобы зайти в какую-нибудь игру или приложение. В чем основная особенность этого скрин-рекодера? Во-первых, хочу отметить, что он устанавливается на Android 6, да? То есть, скажем, поддержка Android 4.2 у него не обеспечена. Почему так? Потому что в любом приложении, вот в шестом андроиде уже, да, есть такая функция, как вызвать ленту. То есть я вот, находясь в приложении, могу вызывать ленту, настройки менять, да. Собственно, к этому привязка и идет у этой программы. Что еще хорошего в этой программе? Во-первых, она не требует root-права. То есть мы сразу буквально устанавливаем и можем уже проводить съемку. Как вы видите, игра записывается, все нормально. Захотели выйти, выходим из игры. Если нужно поставить паузу, опять же, ставим паузу. Вот, совершаем какие-либо манипуляции, возобновляем запись. Что хотелось бы отметить еще? Поскольку запись видео – это емкий процесс для нашего аппарата, то съемка видео с приложений, которые используют 3D-графику, будет немножко затруднительно. То есть, если у вас примерно 1 гигабайт оперативки и не слишком хороший процессор, то игры с 3D-графикой могут получаться с подтормаживанием. То есть, в данном случае у меня смартфон Dugi X5 Pro, ну, бюджетный вариант, но начинка хорошая. Поэтому и запись видео идет хорошая. Ну вот давайте, к примеру, посмотрим на 3D. Вот у меня есть такое вот приложение. И так как вы видите, качество графики высокое, да, то есть можно выбрать среднее, низкое, вот, высокое. Давайте же посмотрим, собственно, как у нас идет сама игра. Как вы видите, все идет плавненько, гладко, четкость хорошая. После окончания записи мы опять же вызываем наш виджет в ленте и жмем стоп. Затем откроется окно с готовым видео. То есть вы можете его просмотреть, вот, или сразу же удалить, если оно вам не нужно. Ну что ж, на этом все. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!